В годы Великой Отечественной войны многие наши соотечественники проявили себя истинными патриотами Родины, бесстрашными воинами. Победа нам досталась дорогой ценой, ценой жизни миллионов, тяжелыми ранениями и увечьями выживших. Новые поколения считают своим долгом не забывать тех, кто ушел на фронт и больше не вернулся на родную землю. Руководство администрации района и жители поселка возложили венки и цветы к памятникам погибших ребят в годы Великой Отечественной войны. Школьники ко Дню Великой Победы перед памятником погибших ребят читали стихи, рассказывали о том, какой подвиг проявили осетины в Великой Отечественной войне. Знаджина мэкбаса стамарт, эрдэк кондай макоттэк тэну вахтун, хэйхэджиди котсэбэрэд мацарт, махадона нерю дзэппэ базат. Майюнак хурасух чизганякам, факотту найлапута асфаданкал, ярухсын гасыца асудисав сарм, зарина яни варди тартонут, мабасты даруя бастыл сарат. Лаган цинаркун навае, яроз габон тыцарт, фалаваттарны йорак зах, даваным балками, давая зарден атчиндар загмамын чиучи. На урсхахта натаркатта, на калдаты калас, назад хумта цахбыдырта, надидина джинфас. Глава администрации Снаурского района Инал Габараев поздравил собравшихся с Великой Победой и отметил, что мы обязаны помнить тех, кто подарил нам мирную, светлую жизнь. Нахасуша мэйса кодэкянам, мэ озиозмаса, нахадагдарма, инна фальтартандар даттам шамайоши коттов. Советский Союз территориальный. Мы отмечаем, что Хусар Иристона республика. Пира Кабулта Факади Иристона Захай. 41-я, 45-я азма. Мамах Сакастер Бакалени Хащин Стэмма Цесану Марух Кена. Пира Налбазад Стезнавр район Майю ветерани Дардвар Акрашават. Ноджа Фентас. Ветеран Тахистер Кодзахтафа Фентеста Югасетия территориалисты, Амайюльдер Кадмара Димеши Шаруй, Ушамунцин, Штаркушавроттет. В Знаурском районе остался один-единственный ветеран Великой Отечественной войны – Владимир Бепьев. От имени президента Анатолия Бибилова Владимиру Бепьеву руководство администрации района вручило подарки. Венки и цветы были возложены и к другим памятникам и обелискам в других селах района. Пройдут годы, но мы потомки. Всегда будем помнить бессмертный подвиг советских воинов. Алена Утева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня.